Почему-то мне это Майнкрафт напоминает. Всем хай, с вами Юджин, и этим поздним вечером, уже даже ночью, я решил сесть, дабы поиграть с вами в The Witness. Дабы эта игра не скучала без нас. Начнем мы с того, что прослушаем часть лекции, и вот здесь мы остановились. Дядя сидит, стесняется. Мы это помним. Когда на выходных за неделю до этой беседы я прилетел из Лондона в Вашингтон, меня встретила подруга и спросила, как я долетел. Она спросила, сколько времени занял перелет. Он мог бы говорить в разы быстрее. И мне показалось, что мысли глохнут, как старый двигатель. Стало сложно думать. Так же, как сейчас, ему очень сложно говорить побыстрее. Как будто в голове правда закрутились шестеренки, чтобы подсчитать, сколько же времени ушло на перелет? Так, к чему он клонит? Потому что в моем опыте все уже свершилось. Я не оставлял Лондон. Лондон оставил меня. Я никогда не садился в самолет. Поток чувств и восприятий, которые мысль обобщает и называет телом в самолете, протек сквозь меня. И я не прилетал в Вашингтон. Вашингтон оказался во мне. По крайней мере, во мне оказался комплекс впечатлений, который мысль называет Вашингтоном. Он, знаете, он словно говорит, что мы, как в старых играх 3D-шных, допустим, в гоночках. Сейчас. Точно так же никто никогда не выходил в это помещение, не входил. Никто не сидит на стуле, никто не слушает других. В осознании возникает яркий поток чувств и впечатлений, но само сознание никуда не движется и ничего не делает. В общем, в старых гоночках машинка находится на месте, и как бы карта движется. Она всегда здесь сейчас. Но не здесь, в этом месте, не сейчас, в этом времени. Здесь, вне измерения, сейчас, в безвременности нашего существования. Так вот, как бы она на месте. Таков наш опыт, признаем мы его или нет. Сейчас он представляет сознание нас самих как центр Вселенной, как центр вообще всего и ничего, получается, через которое протекают все вот эти вещи. А когда разум слышит подобное, он может слегка бунтоваться. Он может сказать, да-да, это так, но мой опыт не прерывается, он продолжается. И эту непрерывность опыта можно считать доказательством времени. Откуда же берется это чувство непрерывности? Все, что мы знаем о разуме, это текущие мысли и образы. Все мысли и образы временны. Тело познается через чувства, а все чувства временны. Мир познается через различные способы восприятия. Зрение, слух, вкус, осязание и запах. Кстати, да, забавно. В принципе, тело мы осознали как-то, мы его почувствовали в свое время и привыкли просто к нему. Но на самом деле никто никогда не ощущал мир как таковой. У нас есть только текущее его восприятие, которое тоже является временным. Итак, если так называемый разум и тело временны, откуда же берется это чувство непрерывности? Вот это интересно, мне интересно знать, что он на это скажет. Оно появляется из единственной вещи, если можно называть ее вещью, которая и является непрерывной, или точнее, всегда присутствующей в нашем опыте сейчас. И это наше существование, присутствие сознания. Так, я не понял. Наше сознание является единственным вездесущим явлением. Разуму ничего не известно о сознании, потому что разум имеет дело лишь с видимыми объектами. Поэтому, когда разум пытается понять из опыта, что же представляет собой эта непрерывность, он не может увидеть сознание, поэтому изобретает нечто под названием «время», чтобы описать этот непрерывный опыт. Иными словами, время — это вечность, воспринимаемая сквозь узкую щель нашего разума. Тихо. Стоп. Запомнили, да, где он был? Господи, да чего же он долго говорит? Но я понимаю его. Я понимаю прекрасно, почему это надо говорить медленно, чтобы человек мог вдуматься, прочувствовать, осознать каждую фразу, каждое предложение. Мне кажется, вам было сейчас сложно что-то нормально слушать, потому что я вставлял свои какие-то фразы прямо меж его. И, наверное, я неправильно делал, надо было просто читать то, что он говорит. Вот, но мне просто сразу перло что-то сказать, какую-нибудь фигню. Что я здесь делаю сейчас? Я собираюсь пойти... Я пойду вот туда, в горку. Поскольку мы уже поняли, что там речь идет о зеркальной загадке,
значит, мы сможем решить ее. Попробовать, по крайней мере. Я вот все пытаюсь понять, что он имеет в виду. По сути, вся вот эта лекция, она об одном и том же. Он как бы пытается кучу всяких примеров привести, знаете, как бы, чтобы максимально донести понятно эту сложную мысль, она необычайно сложна. И если мы дослушаем до конца, скорее всего, нам станет чуть-чуть более понятно. Где вход в пещеру? Вот, о, смотри, там человек, скалолаз. Очень странно сделана, да, гора, она какая-то, видите, вот такими вот палками, столбами, это странно. Почему-то мне это Майнкрафт напоминает. Хорошо, давайте очистим голову от тех мыслей, которые нам пытаются внедрить, и давайте подумаем. Надо, чтобы белый отделился от черного, при этом одна линия задела все нужные точки. И я... наконец-то, блин, как долго. Фу, аж взбесился. мы, оказывается, в трубе. Красота. Смотрите, как. Такое ощущение, как вот ты смотришь сюда, и горизонт вот так вот идет, да? Не по прямой, а как будто бы загибается вверх. Окей, давайте. Давайте. Господи, крыша съезжает уже. Так, надо бы сделать фотку. И клац. Ура, есть. Даже не знаю, что теперь делать, куда идти. Мы потом эту загадку решим в пещере, потому что нам еще ту лекцию надо дослушать. Эти цветочки могут быть частью символа, нет? Вряд ли. Но для чего нам оттуда смотреть? Смотрите, погодите. Я могу задействовать здесь. Это, ладно, не знаю, для чего это. Мы вернулись в оранжерею, и здесь есть символ, который я не смог начертить, но я его видел. И он вот. Опять же, спасибо вам. Ебать. По-моему, все. Да, здесь вроде бы все. Господи, мы уже так с вами много сделали в этой игре, что нам приходится ходить туда-сюда. Из одного конца в другой. Воу, смотрите, тут целая куча символов. Эти сделаны вообще как литые. Посмотрите, раз, два, три, четыре. И один из них мы уже с вами нашли. И я не помню, какой это. Что я делаю здесь? Есть вероятность, что тут тоже есть секреты. Или нет? Я что, тут уже все решил? Хорошо, у меня есть другая идея. Давайте... попробуем активировать загадку в самом верху, на вершине. Попробуем залезть в гору, посмотрим, что там будет. Я уверен, что та загадка решается тупо правильным расположением. Надо всего лишь грамотно встать. Давай, лодка, поперла. Опа, смотрите, сейчас, короче, решил эту загадку, чтобы пройти к скале и увидел вот это. Это же очевидно, или нет? Или это просто вот... тут они повсюду выглядят. Я должен буду это все как-то развернуть специально, чтобы... и иметь возможность эти символы нарисовать. Я понял. Но это очень тяжелые. И их можно вот отсюда, наверное, будет решить. Все, ладно, пойдем. Зачем я сюда пришел? Я думал, это будет проход. Стоп. Этот и есть проход. Вот как он будет. Смотрите, здесь раз, два, три. Но ведь так хочется это сделать, правда? А можем ли мы? Тик. Попробуем так. Готовимся. Кажется, вот этот символ закончится вот здесь. В то время как этот пойдет по спиральке. Он пойдет вот так вот и завершится вот тут вот. А этот здесь. Мы можем отсюда решать эту загадку. Чертовски неудобно, но это реально. Хорошо, первый готов. Есть. Теперь мы стартуем отсюда и делаем... Сейчас. Как неудобно. Отсюда не видно. Отсюда я не могу. Вот они, сволочи, они специально это сделали, чтобы я постоянно вот так вот мотался. Ладно, пойдемте наверх. Давайте решать, как мы должны встать. Я попробовал сделать как-то так. Может быть, получится? Я прав. Я умница. Почти. Надо три раза так решить. Как я раньше это решение не увидел. Оно же вроде как простое. Так, если начинаем отсюда... Кажется, как-то вот так. Секунду, вот так. И последний. Кажется, я вижу. Кажется, нашел. Вот оно чувствуется так... есть! Что это? Простите, сэр. Что там? Весь остров. Камеры. Словно кого-то кто-то следил за мной. Как стрёмно. Это откуда? Это же наверняка какая-то пасхалка. Вот в этом месте где-то есть камера. Вот это же Aperture Science прям какой-то. Смотрите, еще. Эта камера двигается. Я как будто слышу шаги. Я даже не представляю, что могут означать эти экраны. Это вообще не понятно. Словно весь мир, это просто коробка, внутрь которой нас запихнули. Если камера вот отсюда, фактически с воздуха снимает. И сверху. Сразу, знаете, представляю, вот если бы я сейчас там бегал, то, по сути, меня было бы здесь видно. Сволочь, как это жутко. Welcome to Aperture Science. Слушайте, это отсылка или нет? Потому что камеры очень похожи. Это не конец игры, я так понимаю. Слушайте, ну это прям...
Это так круто выглядит. Это там загадка, которую я фиг решу, потому что не видно нифига. А, вон. О-о-о! А, видали? Она проецируется. Раз, два, три, четыре. Даже не представляю, как. Я решил. Смотрите, с двух сторон есть загадки. Оу! Здрасте, нам нужно решить эту, чтобы... Это, наверное, наверняка эта штука просто уедет наверх. А разве это реально? Я же не вижу. Возможно, нужен другой путь. Как насчет такого пути? Такое тоже может быть. А, и мы опять напарываемся. Ладно, окей. Как-то так. А, черт. А, здесь еще точка. В таком случае вот так. Ладно. Смотрите, она заканчивается как бы здесь. А, они смещены специально. Это новый тип загадки. Блин, это так прикольно. Стоп, 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 стоп. Надо не забывать, она же там, наверху. Как-то так. Хорошо, решил. Ой, какая жесть. А, есть. Вы издеваетесь. Смотрите, как на нее камера даже перемещается. Она просто как-то поворачивается. Очень странно. Что там? Там мастерская какая-то. А, она поворачивается так, потому что я не могу пройти. Смотрите, там будет долгий-долгий спуск у нас. Нам нужно как-то по-другому загадку поставить. Что если мы поставим ее вот... Вот как-то так. А, вот-вот-вот. Мы теперь плотненько подошли. Хорошо. Это я умница. Так, надо подумать, значит. Я так понимаю, здесь... Крестик у нас. По-моему, это крестик. А, но не простой крестик, нам нужно как-то правильно его поставить. Вот таким образом. Нет, какой это может быть крестик, о чем я говорю? Они же не могут пересечься. Сотни гребаных часов спустя. Вот так. А? Что это значит? Куда провод пошел? Там еще одна? А, мы можем зайти сюда. О, здрасте, аудиожурнал. Я что-то даже подумал, а будет ли здесь журнал? И вот он. Отношения между управляющим и управляемым взаимны. Ученые в лаборатории, изучая поведение голубя, конструируют факторы подкрепления и наблюдают их действия. Его опытная установка осуществляет очевидное управление поведением голубя, но мы не должны упускать из виду управление, осуществляемое голубем. Поведение голубя определило конструкцию установки и схемы опытов, в которых оно используется. Она используется. Такое взаимное управление в некоторой мере свойственно всем наукам. По выражению Фрэнсиса Бэкона, для того, чтобы управлять природой, надо ей повиноваться. Действиями ученого, конструирующего циклотрон, управляют свойства элементарных частиц, которые он исследует. Поведение, с помощью которого родители управляют своим ребенком, будь то карами или положительными подкреплением, формируется и поддерживается ответными действиями ребенка. Психотерапевт изменяет поведение своего пациента способами, которые были сформированы и поддерживаются его успехами в изменении поведения. Правительство или религия объявляет и налагает санкции, которые проходят отбор на их эффективность в деле подчинения гражданина или верующего. Действительно очень умно. Капиталист побуждает своих рабочих на высокопродуктивную и качественную работу при помощи схем подкрепления заработной платой, выбранных по их воздействию на поведение. Окей. Поведение учителя в классе формируется и поддерживается, соответственно, эффективность воздействия на поведение учеников. В самом прямом смысле слова, раб управляет поведением надсмотрщика, ребенок поведением родителей. Пациент поведением врача, гражданин поведением правительства, верующий поведением священника, рабочий поведением капиталиста, а ученик поведением учителя. Б.Ф. Скиннер. 71 год. Да, ну тут, знаете, я думаю, здесь это, конечно, хорошо сказано, но мне кажется, здесь немного по-другому. Священник манипулирует, правитель манипулирует, лидер манипулирует и учитель манипулирует. Да, они, скорее всего, просто... Дождите, как это объяснить. Они находят способы, изучая людей простых, внедрить какую-то мысль, заставить их как-то себя по-определенному вести. И, в принципе, если так подумать, то во власти простого народа заставить правителей и, в общем, главных вести себя так, как надо нам. Мы просто будем такие, нет, это не хочу, это говно. Изучайте нас по-другому и делайте нам больше благ. И те будут париться быстрее, сделать что-то для нас хорошее, чтобы получить еще больше выгоды. Короче, все взаимосвязано. Вот так вот. Такую вот фигню я прогоню вам. Так, нам нужно по-другому решить. Супер по-другому. Давайте решим вот... Так, мы можем решить? Мы можем и так решить, оказывается. И мы можем пройти здесь. Здрасте. Где это я оказался? Здесь загадка, решение которой кажется мне простым. А? Оно зеркальное. Как-то так мы должны пройти, скорее всего. Или нет. Или да. Я не знаю. Но там есть еще один журнал. В Японии есть две крупные школы дзена. Ринзай и Сото. Обе стремятся увидеть мир непосредственно, однако их подходы различаются.
В школе Сото делается упор на мирном созерцании в сидячем положении, при этом мыслям не уделяется никакого внимания. В школе же Ринзай, наоборот, призывают размышлять над задачами, не имеющими логического решения. Эти задачи зовутся куанами, от китайского гуньюань, публичное объявление. Некоторые представлены просто вопросами. Например, когда твой мозг не размышляет о дуализме добра и зла, как выглядит твое лицо до твоего рождения? Другие же имеют форму вопрос-ответ. Это было странно. Что есть Будда? Ответ: килограмм льна или кипарис в саду. Я привел лишь два самых популярных ответа. Традиционно в дзене отмечают 1700 подобных загадок. 1700, представьте? Их функция — обеспечить интеллектуальное потрясение, призванная помочь личности выйти за рамки слов и разума и достичь переживания истинной природы сатори. Или сатори. Сатори, да. Дзен отличается от других форм медитации и других школ буддизма тем, что не начинает от тебя нынешнего и ведет к истинному пониманию мира не шаг за шагом. Дзен не прогрессивная система. Его изучают ради моментов просветления, подобных вспышкам света. Когда в разуме происходит короткое замыкание, а барьер, разделяющий личность и реальность, исчезает. Дэвид Дарлинг, 96-й год. Ух, да. Вот почему я люблю парить себе мозг всякими странными мыслями и теориями, которые, в принципе, не имеют никакого логического объяснения и ничем не подкрепляются. Просто это как-то... это приятно. Это приятно об этом мыслить. Мозг словно перестраивается и словно границы расширяются. Приятно смотреть Рика и Морти, потому что там куча-куча всего взято и намешано в одно, и при этом границы стираются. Ну, это я уже немного в другую степь пошел, но, в общем, заставляйте свой мозг думать над всякой фигней. Так, чтобы позамороченнее было. Ребят, я думаю, на этом стоит закончить. В принципе, много кашки в голову мы себе положили. Цели мы добились. Ведь мы играем в эту игру, чтобы просто позаморачиваться, подумать, покайфовать от этого. Огромное спасибо, что смотрели. Лайкайте, комментируйте, подписывайтесь, рассказывайте друзьям. Все ссылки будут в описании под видео. С вами был Юджин. Приятного вам дня, если вы смотрите утром. Спокойной вам ночи, если вы смотрите это вечером. Для меня лично споки-ноки. Я пойду спать. Устал дико. С вами был Юджин и Петюля. Напоследок, чтобы приснился сон прекрасный, давайте шлепнем как следует. Вы готовы? Раз, два, три и пять.